А для профилактики распространения коронавирусной инфекции в Магнитогорске началась масштабная санитарная обработка. Обрабатывают дороги и тротуары. Остановочные комплексы также подлежат обработке дезинфицирующим раствором. Стоит напомнить, что меры безопасности усилили и на предприятии «Магортранс». Вагоны моют специальным хлорсодержащим препаратом. Проводить дезинфекцию не только проезжей части улиц, но и тротуаров распорядился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Жители Магнитогорска просят не мешать работе спецтехники и оставаться дома.